21 градус. Тепло. Да, без 15-12. Очень тепло. Сегодня теплый вечер, 21 градус. Люди танцуют на дискотеках. Пальма очень красивая. С такими желтыми финиками. Не знаю, съедобные они или нет. Но выглядит очень красиво. Сегодня у нас вот такой вот вечер. Выходили сейчас на берег. Там большие волны. Можно виндсерфингом заниматься. Но единственное, что темно. Даже вот из балкона видно, какие белые барашки, какие волны идут на Средиземном. Небо чистое, но обещали ночью дождь. Знаю, посмотрим, что будет. Но погода очень теплая. Такая же, как днем, где-то 26-27 градусов. Причем днем уходили с пляжа, было прохладнее, градусов 20. Сейчас поднялась температура, вот такие происходят здесь природные катаклизмы. Но в целом очень красиво. Пляж затянули лентой, не входить, потому что очень сильные волны. И пена прям набивает, и до мостков, до лежаков сейчас идут волны, хотя до этого они были там метров 5. То есть вот такие сильные волны, и ветер нагнал пены и сильные волны. Но все равно вышли на берег, стояли, смотрели, очень красиво. Конечно, стихии, могучая сила, небо чистое, звезды, и в целом вообще очень хорошо. Даже интересно, что-то новое, какая-то другая совершенно погода для нас. Да, сегодня 13 число, 13 октября 2011 года. Сегодня 13 октября, и вот такое у нас Средиземное море. После ночного усиления ветра где-то прошла гроза, у нас не было дождя, но волны доходят прям до детского городка. И никто не идет купаться, естественно. У берега болтыхаются в волнах, прыгают. Кого-то накрывает, кого-то не накрывает. Ну, в общем, всем интересно. Вот даже маленький ребенок вышел. Его родители за ним следят, чтобы он, чтобы его не смыло. А вот малыш сидит и ждет, когда волна придет. Но волны сильные. И вот идет со стороны моря вал, вот прям вал. Его хорошо видно. Вот он идет, 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 идет. Скоро придет к нам. И пока не успокаивается. Сейчас уже 11 утра. Вот песок прямо уходит из-под ног. Вчера здесь была галька, а сегодня один песок. Всю гальку смыло. У, какая волна пришла. Вон. После вчерашнего ночного шторма с усилением ветра волны сохранились, море мутное, по цвету такое белесое. Но еще бы такие волны были. Вот смотрите, куда докатывают волны. И ночью они доходили прямо до лежаков. Такие были сильные волны. Немногие решаются заходить, но вот посидеть на берегу, чтобы тебя окатывало. Все-таки люди хотят.
все ждут, когда море успокоится, немножко просветлеет, и можно будет купаться. Эта волна была рекордная. Верблюд пришел. Верблюд и ослик. Никто не мешает выходить. Такие волны. Ух ты! И верблюда захватило. Не нравится верблюду такая вода. Да, волны очень сильные. И они доходят почти до детского городка. Да. Вчера здесь была галька, а сегодня ее нету. Море укатило ее обратно туда, внутрь. Песок уходит из-под ног. Какая волна пришла. Да. Один мужчина отважный зашел. Решил покататься на волнах. Да, там не глубоко, но все равно. Не очень радостно. В таких волнах. Ну, все стоят и ждут следующую сильную волну, чтобы их накрыло. Ой, идет. А, опять верблюд, мне не понравилось. Стал уходить подальше от воды. Да, вот сегодня такое море. Но это добавило всем другое развлечение, когда прыгает волна. Ну, вообще классно. Самое интересное, что море так подровняло дно, что как только успокоится, будет очень хороший заход. Крупные гальки вообще не осталось. Остался мелкий песок и мелкая галька. То ли утащила в море, на берег особенно не выкинула ничего. Но разрушила нам ночью пирс. Вот стоит наш причал. Ой, какие волны идут. Боже мой. Вот это да. Вот это да. Вот наши палаточки такие, домики на пирсе. И сбоку у нас был причал, где прыгали в воду. А, все доски разломало, и он разрушен. Нет в нем ни одной доски. Две доски валяются на берегу, остальные куда-то унесло. Но волны, конечно, это очень крутое развлечение, прыгать на волнах. Смотрите, как мужчины прыгают. Сколько удовольствия. В каждом каком-то изменении погоды есть свои плюсы, есть свои минусы. Но море теплое. Вода немножко мутная, но так вообще здорово. Кто может заходить, прыгать на волну, получает большое удовольствие.
тут можно сказать? Только можно одно сказать. Вау! Вот это волны. Вчера разбила, у нас был пирс для прыжков, он находится вот там, где такая большая арка, внизу он был намного ниже, там лесенка спускаться можно было и прыгали оттуда в воду, а сегодня его нету, он весь вот здесь на берегу лежит, вот доски по всему побережью, вот такая стихия Средиземного моря. И к вопросу, стоит ли ехать в октябре, в середине октября, ближе к концу, на море, да. Да, можно смело ехать. Даже волны, но все равно очень тепло, ночи теплые. Вчера ночь 21, позавчера 23. Это очень тепло. И что еще хорошо? Днем нет такой жары. Тепло, комфорт. 27-30. Ну, в общем, можно смело лететь и получить массу удовольствия. А вот этот кусок, другая сторона нашего пляжа. Здесь галька вся есть. А у нас прям песочек ровный. А здесь вот галька идет прям море. Не унесло ее, и она вся на берегу. Интересно, почему так? Много купаются, прыгают на волнах. Вон мужчина далеко заплыл, но не за часть, огороженную для плавания. Это правильно. Но далеко уплыл. Но все прыгают. Для детей это вообще особая забава. Прыгать на волну. Даже маленьких несут. И окунают ножки им в водичке. Даже вода теплая. Больше желающих попрыгать на волнах. Становится в ряд и подпрыгивают на волнах. Очень здорово. Собрали наш пирс. И с него вон люди припрыгают, спускаются в воду сразу на глубину. Вода теплая. Вода теплее, чем воздух. Наверное, градусов 27, а воздух 26. И очень много народу. Прибрежные же полосы и прыгают. Сегодня 17 октября, наш последний день полный, вылет у нас завтра в 7:30, но заберут нас рано.
те, кто наши знакомые уезжают, недовольны тоже, что вывозят за 5-6 часов из отеля. Завозят на какую-то конфетную фабрику с шоколадом. В общем, и привозят очень рано, и долго ждать вылет. Но это на совести нашей принимающей стороны, в данном случае Coral, TUI и кто от какой компании прилетел. А вчера ночью был очень сильный ветер. Волны доходили, не знаю, видно или нет, передние лежаки были в воде. И море до сих пор еще не успокоилось. Вот такие волны. И прибрежная полоса, вот видно, что взмученная вода, а дальше идет чистая, светлая. Вот такая обстановка. Море меняется каждые 6 часов. Ну, вода теплая, все равно теплая, 25-26. Это, в общем, очень теплая. В бассейне у нас прохладнее вода. Сейчас градусов, наверное, 30. Вот здесь в море. В общем, очень тепло, но комфортно, не жарко. Главное, надо зайти, потому что там море катает гальку в этой вот в пенной полосе. И слышно, как шумят камушки. Потом приходишь с моря, идешь в душ, в купальнике песок и мелкая галька. И так каждый раз, когда начинаются вот такие волны. Но вообще, но все равно очень здорово. Вот идет волна какая. Ой, красиво. Все равно просто хотя бы даже ножки помочить, постоять. А вот сколько дальше там народу на пляжах. Остальные... мы сейчас на курорте Белек. И здесь совершенно другая, вот более теплая обстановка и море теплое. Бодрум, Мармарис, наверное, частично Белек. Уже по входу в море некомфортно, вода остыла. Вода холодная. К нам идет прибой и гонит всю теплую воду. А там еще горы. Не знаю, вот должны быть, я вот хорошо вижу, вот там на горизонте большие горы, это Кемера горы. Потому что побережье здесь делает петлю, как получается небольшой залив, это Анталья. И там, вот Анталья, Белек, самые теплые по отдыху в это время курорты. И здесь тепло, и здесь море теплее, и в бассейне можно купаться. Сначала немножко вода обжигает, но потом получаешь настоящее удовольствие. Горки хорошие в отеле. Одна вот такая петлёй для любого возраста. Она тихая, и две быстрые. Вылетают все, мужчинам особенно будет нравиться, они даже вопят. Вот у нас такое море. На данный день сегодня мы боялись, что будет холодно вечерами. Нет, ни одной холодной ночи пока не было. Где-то градусов 20-19. А после буйной дискотеки это тепло. Дискотеки хорошие здесь. Очень много нашли друзей. Все общаются, до трех сидим в баре, беседуем, танцуют под телефон уже, потому что чтобы в отеле было тихо, люди могли спать, а мы сидим, значит, в баре и там танцуем, негромкая музыка, и очень хорошо и здорово. Вот такая у нас сегодня прощальная обстановка. Кто-то пытается зайти в воду, его выкидывает. Я вчера накачалась на волнах, тоже пришла, вымывала, выстирала купальник, он в песке и в гальке. Но волны сегодня, да. Я вчера накачалась на волнах, а потом меня очередной крупной волной выкинула на берег, а вторая добавила.
было очень смешно, никакой травмы я не получила, слава богу. Но в воде, конечно, очень здорово. Ой, какая волна идет, все прыгают. Ну, здорово, здорово. Что говорить?